волнительный момент. Медали и кубки победителям военно-патриотических сборов «Гвардеец». 16 дней строевой физической подготовки. 14 команд Приволжского федерального округа. Плюс ребята из Донецкой народной республики. Дни пролетели быстро, и сегодня все они с гордо поднятой головой могут насладиться торжественной церемонией награждения. Военным комиссаром Пензенской области Сурковым Андреем Петровичем вручается команде Ульяновской области. Под военный оркестр ребята идут чеканным шагом. За ними будущее региона и всей России. После сборов многие участники получили мотивацию связать свою жизнь с вооруженными силами и служить Отечеству. На это и направлено патриотическое воспитание молодежи. Мы сделали лагерь «Гвардеец» как площадка не только профориентационной работы, но и допризывной подготовки молодежи в округе. Поэтому все те допризывные мероприятия, которые проводятся в округе, позволили отобрать лучших из лучших сюда. Больше 200 тысяч парней участвовали в региональных и муниципальных отборах. В Пензу приехали всего 280. Юных гвардейцев город принимает не в первый раз. В этом году решили объединить два лагеря. Один из них ранее проводили в Нижегородской области. Ключевую точку поставила крепкая материально-техническая база. Но вы видели, что ребята не только здесь футбол, волейбол играли, но они еще и боевое оружие осваивали. Они здесь стреляли из автоматического оружия, из автоматов, из пулеметов, из ручных противотанковых гранатометов. Им, в общем-то, они были ознакомлены с артиллерийским вооружением. Губернатор Пензенской области добавил, в регион ребята приедут снова. Парни предложили, что можно было бы добавить в программу на следующий год. Организаторы пообещали обязательно учесть просьбу. Когда глаза горят, трудно отказать. Те, кто до сборов не был в числе юноармейцев, приняли клятву. В ней следование традициям Отечества, преданность в борьбе за правду и справедливость. Александра Никитина, Управда ТВ.